Мы находимся в недельной главе Хукат. Глава, она достаточно известная, насыщенная. В первую очередь, она известна тем, что законом о красной корове. То есть хок, само понятие, само слово хок – это закон. Но тот закон, который нам не понятен, так скажем, нашими мыслями, нашим мозгом. Как бы, в принципе, нам практически ничего до конца не понятно из законов. Но хуким, то есть разделы таких вот, есть законы Мишпатим, есть законы хуким. А вот хуким – это те законы, которые нам непонятны. Один из главных таких законов – это закон о рыжей корове, о бурой корове. Допустим, также нам непонятно, почему нельзя в шаббат писать Деврей Тора. Тоже это хок. То есть само соблюдение шаббата тоже своеобразный хок. И так далее. Но я больше хотел бы остановиться на второй части нашей главы, на истории с Моше Рабейну, с его ошибкой, глобальной ошибкой, из-за которой он и его брат Арон не смогли войти в Эрец Исраэль. Как известно, да, сказано в нашей главе, что умерла пророчица Мирьям, их сестра, сестра Моше Рабейну и Арона. И в ее заслугу все время странствия в пустыне народ Израиля сопровождал особый источник, особый колодец. И мы находимся, на самом деле, в самом конце нашего странствия по пустыне. Прямо уже, когда все новое поколение выросло, когда уже мы готовы были войти в Эрец Исраэль. И тут народ, как только исчез этот источник, народ начал испугался. Потому что самое страшное в пустыне, а я вот живу тоже в иудейской пустыне, прекрасно это видим, знаем, остаться без воды. Это самое страшное, как говорится, смерть, не дай Бог никому. Вот. И Моше Рабейну, и Всевышний обращается к Моше Рабейну и говорит, дает ему задание найти скалу и сказать ей, чтобы та дала воду. Теперь, вода очень часто сравнивается с Торой. То есть, «Эйн маам эля Тора», то есть, это Тора. Отсюда мы учим, что когда уходит из нашего мира праведник, это духовное такое падение, потому что на праведниках строится мир, держится мир. И мы видим, и наш народ не исключение. То есть, когда умерла Мирьям, народ почувствовал как бы опустошенность. Не только просто пить они хотели воды, но они почувствовали, что что-то изменилось. И тем самым, что Моше должен был говорить со скалой, он должен был народ поднять на особый уровень. И задача Моше Рабейну была поднять на особый уровень еврейский народ. То есть научить их правильно духовно служить в Эрец Исраэль. Что это имеется в виду? Дело в том, что скала – это не просто скала. Со скалы, мы знаем, мы получили Тору на горе Синай. И гора сама по себе является местом и символом получения Торы. То есть возвышенность. То есть что-то, чего спускается вниз. То есть если вода, она спускается с гор вниз обычно. Также Тора, она с самых верхов, от Моше Рабейну, была спущена с небес, то есть Всевышним была передана Моше Рабейну и спущена нам. И Моше Рабейну, его задача была поднять еврейский народ на особый уровень, тем, что он дал бы приказ скале, то есть это материальность, да, но слово это духовная вещь. То есть словом он должен был заставить скалу дать воду, тем самым показать народу, что для Всевышнего нету никаких границ. Помимо того, что они все это прекрасно видели и знали, но это должен был произойти особый скачок вверх. Но в примерной ситуации мы были в книге Шмот, в самом начале выхода из Египта, в самом начале странствия по пустыне, тоже не было воды. И в той истории, в той ситуации Моше Рабейну ударил по скале, и вышла вода, и для того уровня, для того момента это было достаточно. Теперь в нашей истории, в нашей ситуации, Моше Рабейну написано, он разозлился с одной стороны и назвал народ строптивыми, то есть
наши мудрецы очень серьезно и пристально смотрят, за что же все-таки Моше Рабейну не дали войти в Эрец Исраэль. Это принципиальная вещь. С одной стороны, наши мудрецы говорят, что из-за того, что он на долю секунды разозлился на еврейский народ. С другой стороны, был удар. То есть после того, как они пытались найти скалу, и Мидраши рассказывают, что не ошиблись, не туда смотрели. Потом Моше Рабейну ударил два раза. Написано, ударил два раза по скале, и вышло много воды. Теперь, много воды, это очень... То есть не подчеркивается нигде больше в Торе, что вышло много воды. Именно подчеркивается Маем Рабим, то есть большие воды, много воды. И я хотел бы на этом остановиться буквально вкратце. Дело в том, что большие воды, много воды, всегда в материальном мире, мы знаем, есть океаны, реки. Когда происходит стихия, когда, не дай бог, происходит наводнение, то много воды, это смывает все. То есть города, машины, здания, все превращается в одну сплошную водяную массу. То же самое в рамках Торы. Если человек не имеет границ в учебе, не имеет границ в Торе, то есть в изучении Торы, в распространении Торы, именно логичных границ. То есть, допустим, человек хочет помогать, богатый человек хочет помочь всем. Он начинает помогать, он в итоге, если у него не будет рамок, которые устанавливают наши мудрецы, то есть максимум, что может очень богатый человек отдать, это половину своего имущества, чтобы не обеднеть. И вот если в крайность войти, то он может стать сам нищим. Теперь в наш век, особенно сегодня, мы постоянно, особенно у тех, у кого есть социальные сети, постоянно на нас сливается огромный поток информации. Это тоже, то есть информация, это Тора со знаком минус, да? Когда много всего, когда поток, он настолько большой, что его цель именно уничтожить границы. То есть Тора в огромном потоке, если это Талмуд и другие книги, Мидраши, все, весь комплекс нашей Торы, это тоже огромный поток, но в этом потоке очень важны каждая мелочь, каждая деталь, каждая молекула, каждая планета, каждый человек. Теперь в наш век, сегодня в век информационных технологий, идей, когда люди могут, миллионы людей могут подхватить одну идею, высказанную одним человеком, цель это наоборот, все уравнять, все сделать как одна масса. То есть для примера вспомните, да, хотя евреи не празднуют день рождения, не празднуют такие праздники, но вспомните, когда последний раз вы думали о ком-то, когда у него день рождения. Именно вот чтобы помнить. Или когда вспоминали, запоминали бы чей-то номер, как в детстве друга. То есть сегодня это абсолютно не важно. Настолько нас технологии сравняли с... То есть, внесли в наш мир, так скажем. Не просто технологии, именно вот, допустим, социальные сети, не говорю ни за, ни против, но внесли в наш мир одинаковость. То есть миллиарды людей и как бы создает ситуацию, когда неважно. Нету личного пространства. Нету ничего частного. То есть все общественное, все можно, все, и без границ. Поэтому я хотел пожелать всем нам, чтобы мы закончили на хорошем, чтобы мы не забывали, что много воды это не всегда хорошо, но изучение Торы, распространение Торы, увеличение добра в мире, этого без границ, с Божьей помощью, мы все вместе, как народ, один народ, мы сможем привести весь мир к осознанию, что есть только Всевышний, что есть граница, и важно все, каждая деталь в этом мире. Шаббат шалом и всего доброго.